Всем привет, дорогие друзья! Давно я вам не снимала обзоры городов и станиц Краснодарского края. Сегодня мы восполним этот пробел. Очень давно многие из вас меня просили, чтобы я сняла обзор города Славянска на Кубани. Сегодня именно тот день. Накануне перед поездкой я читала очень много информации о Славянске на Кубани, но не нашла ничего интересного, что могла бы вам рассказать. И решила просто изучить карту, составить маршрут и вместе с теми зрителями, которые никогда не были в Славянске на Кубани или были проездом, как я, изучить и познакомиться с этим городом. А для тех, кому этот город уже знаком, предлагаю посмотреть на ваш город моими глазами. Только заехали в Славянск на Кубани. Мы проехали мост, который проходит через реку под названием Протока. По правую сторону от нас располагается огромный вещевой рынок. По левую сторону тоже какой-то рынок расположен. Всякие торговые павильоны. На рынок я заезжать не буду, но я почитала на форумах, местные говорят, что цены здесь намного ниже, чем в Краснодаре. Изучая карты города, я поняла, что здесь очень много парков, город зеленый. В общем, сейчас мы с вами это проверим на практике. Мы с вами находимся в парке имени Пономаренко. Посмотрим, что же это за парк. Здесь какой-то свой амфитеатр. Дзержинского расположен историко-краеведческий музей. И рядом с ним музей природы. Я даже себе представить не могу, что за экспонаты в этом музее. Было бы интересно его посетить, но, к сожалению, у нас очень мало времени, и мы должны посмотреть весь Славянск на Кубани. Сейчас мы проезжаем Почту России. Какое красивое здание. Прям историческое здание. И подъезжаем к памятнику Суворова. Сейчас мы с вами приехали
на набережную реки Протока. Я сейчас изучила совсем немножечко Славянска на Кубани, грубо говоря, только на въезде посмотрела. И скажу вам свое впечатление. Я читала форумы и писали, что здесь, ну, деревня, что Славянск на Кубани совершенно не похож на город. И я уже думала, что, господи, хотя бы здесь были нормальные дороги, не грунтовка, чтобы можно было спокойно на велосипеде покататься и снять вам обзор города. Но каким же было мое удивление, когда я увидела, что это самый настоящий город, красивый, здесь очень много прогулочных зон. И здесь, конечно, я читала очень много форумов, что с работой очень плохо, что устроиться на хорошую работу нужен блат, нужны знакомства. Но опять же, это те же форумы, на которых писали, что это деревня. Я думаю, как фрилансер, у меня работа есть, я всюду следую со своей работой. Но я подумала, как же можно здесь жить без прогулочных зон, пешеходных, где можно покататься на велосипеде. Вот это, что я вам показала сейчас, это только маленькая доля того, что нас ждет впереди. Кстати, пишите в комментариях, если вы живете в Славянске на Кубани. Очень интересно, сколько моих зрителей живут в этом чудесном, красивом, уютном и спокойном городе. И напишите, какие плюсы и какие минусы вы в этом городе вы хотите выделить. Мне будет очень интересно почитать, потому что я читала форумы, и общую информацию, общую картину нарисовать я так и не смогла. В реке даже купаются. Не знаю, можно ли здесь плавать, но вон девчонки плавают. А там вообще пляжик. Люди просто сидят, наверное, рыбаки ловят рыбу. Сейчас мы проедемся туда дальше и посмотрим. Возникнут вопросы, далеко ли Славянск на Кубани от моря. Мне кажется, он равно удален от моря, так же, как и Краснодар. Единственное, что он ближе расположен к Азовскому морю. Да, виды здесь красивые. Это здание шахматного двора делом я ладья. О, это что, бесплатный скалодром? Там дальше начинается грунтовая дорога, и я так понимаю, там полное воссоединение с природой. Туда мы не поедем. Сейчас мы с вами подъезжаем к памятнику Таманской армии, и здесь вот видим новостройку многоэтажную. Почему-то он загражден. Памятник участникам похода Таманской Красной Армии находится в аварийном состоянии. Проход на территорию запрещен. Так что памятник находится в аварийном состоянии. И вечный огонь не работает. Смотрите, по другую сторону памятника расположен очень красивый дом. Набережная 13. Очень старый дом, красивый. И мальчишки передают вам привет. Так, и здесь какое-то находится учреждение, неизвестно какое, там стоит пропускная. В общем, здание тоже очень старое. Сейчас подъеду, постараюсь вам его снять. Так, ну что, пока снимаю вам обзор, уже у меня добавилось 2 новых подписчика. Только что они вам передавали привет. Улица Набережная, 13. Это Славянская международная центральная библиотека. Очень красивый старинный дом. И напротив него я заметила вот эту проходную и тоже очень красивый дом. Он построен в 1915 году. Это Славянский сельскохозяйственный техникум. Вот заодно вам его и сняла. Просто стало интересно, что это за здание. Ребят, для меня, знаете, здесь просто так тихо, такая тишина, хочется разговаривать шепотом.
Ну, там, конечно, более оживленно. Немножечко я уехала. Наверное, там в начале, как только заезжаешь в Славянск на Кубани, это и есть центр города. Такая тишина вокруг, вообще тишина и спокойствие. Даже проезжающие мимо автомобили не создают такого шума, который присутствует в больших городах. Здесь очень спокойно. Небо сегодня очень красивое. Сейчас мы с вами направляемся на другую сторону Славянска на Кубани. Едем сейчас по улице Школьная. Не взяла с собой прищепку, приходится держать в руках камеру. Вот так вот выглядят улицы Славянска на Кубани. Сейчас мы с вами подъехали к школе, которая построена в 1961 году, школа номер 5. И сразу за ней находится Свято-Успенский собор. Прошу прощения, не собор, храм. Какая красивая кормушка, как будто чемоданчик. Здесь, наверное, или это для птичек. Я почему-то подумала, что это для белочек кормушка. Очень красивый храм. И сейчас мы с вами после храма посетим еще один парк, который называется Северный парк. Там есть свой пруд, и судя по картам, там должно быть очень красиво. Дома строят. О, вот такой мы забор будем сделать. Это дом образцового содержания. Неужели еще такие бывают? Так, и вот у нас заканчиваются частный сектор, одноэтажные дома, и начинаются многоэтажные дома, многоквартирные. Тут у нас находится стихийный рыночек. И смотрите, вот такие вот домики. Все очень чистенько, опрятненько и уютненько. Мне это очень нравится. Жалко, фонтан не работает. Но посмотрите, нет нигде мусора. Все чистенько, аккуратненько. Люди берегут свой город. О, абрикос валяется. Мне нравится этот город. Я еще, знаете, одно время думала переехать жить в Славянск на Кубани, но как-то полюбила Краснодар и уже хотела жить или в Краснодаре, или рядом с ним. Вот. А почитав вчера форумы о Славянске на Кубани, я прям думала, ну, ужасный, наверное, город. И я влюблена. Очень хороший, мне очень нравится. Спокойный, тихий, уютный, чистый. Вот какой-то памятник. Герой Советского Союза Маргелов Василий Филиппович. Генерал армии, командующий воздушно-десантными войсками СССР. Память здесь чтут. Это очень почетно для города. Вот, возле дома многоквартирного красивые аллейки с лавочками. Все здороваются. Ребят, ну я вам сразу говорю, я влюблена в город. Смотрите, какая красота. Меня очень часто спрашивают, какой бы я город посоветовала для переезда в Краснодарский край, на Кубань.
Ребят, я вам хочу посоветовать, если вы выбрали какой-то город, смотрите территориально, устраивает ли он там, есть работа или нет, и приезжайте сами, смотрите, ездите также по улицам, на велосипеде, на автомобиле, ходите пешком, знакомитесь. Дышите этим воздухом, и вы понимаете уже, нравится вам это место или не нравится. Основываясь на чужом мнении, на чужих комментариях, никогда не построишь своего мнения. Нужно самому знакомиться с городом, смотреть, и уже тогда вы поймете, нравится вам это место или нет. Потому что я реально приятно удивлена этим городом. Потому что я вчера читала эти комментарии, эти отзывы по форумам, и... мнение сложилось не очень позитивное. Кстати, в отзывах я также читала, что здесь открылся с недавних пор битумный завод, и дышать здесь просто нечем. Ребят, такого чистого воздуха я в Краснодаре не встречала. Тут очень чистый воздух, такой какой-то свежий, классный. Здорово, что сегодня вот такая вот облачная погода, солнышко прячется за тучками, и не так жарко, я могу снимать вам обзор. На ровной местности расположен город. Здесь город не подтапливает. И здесь можно жить как в доме, так и в квартире. Вот, спокойно вышел и гуляй себе. Наслаждайся природой, красотой. Если вы не хотите заниматься огородами и облагораживать свой участок, вы можете наслаждаться природой все равно. Единственное, что плохо, что эти все площадки находятся под открытым небом. Что нет возможности спрятаться от солнца. Очень много строят квартир, многоквартирных домов. Водители здесь, очень вежливые. Они начинают дорогу уступать, еще когда ты только не то чтобы стоишь и ждешь, пока тебя уступят, когда ты только начинаешь подходить к пешеходному переходу. То есть тебе до него еще нужно дойти, а тебе дорогу уже уступили. Смотрите, какие классные качельки. Сидишь, отдыхаешь, качаешься. Сколько уточек. Аллея продолжается, и вдоль озера идут лавочки. Вот новостройки многоквартирные. Я так понимаю, дома сданы, но еще квартиры не куплены. С прекрасным видом. Но не знаю, они прям на болоте находятся. Не знаю, насколько это хорошо.
задержалась, захотелось почувствовать себя местным жителем и посидеть на этой лавочке-качели. Смотрите, какой прекрасный вид открывается. Сидишь, наслаждаешься жизнью. И пока я отдыхаю, наслаждаюсь прекрасными видами в парке Северном, хочу вам рассказать, откуда же название Славянск на Кубани. Изначально это была станица Славянская. И когда она уже выросла и достигла размера города, и раз станица Славянская, то город решили назвать Славянском. Но так как в СССР уже был город Славянск, это наш на Донбассе город Славянск, то этот Славянск решили назвать Славянском на Кубани. Там, кстати, у этих домов очень интересная придомовая территория будет. Там фонари красивые стоят. Да и вид шикарный. Ладно, поеду вам дальше показывать больницу, поликлинику. Она находится здесь совершенно рядом, если это уже не она. Да, ребят, это поликлиника номер один. За ней еще находится большой родильный дом. Это здание поликлиники. Похоже на то, что их построили совершенно недавно. Как хорошо, прохладненький ветерочек обдувает. Это все здание поликлиники номер один. И напротив жилые дома многоквартирные. А вот центральный вход. На территории поликлиники есть даже свой фонтан. Так, едем с вами дальше. Здесь на домах очень часто встречается не мозаика, но кирпичные рисунки. Истребитель полетел. Здесь, наверное, военная база находится рядом. Продолжаем движение по улице Совхозной. Многоквартирные дома заканчиваются. Начинается частный сектор. Что еще я узнала из форумов? Что здесь очень большие проблемы с интернетом. То есть проводного интернета здесь нет. Здесь люди ставят тарелки. Просто сейчас еду, смотрю, везде тарелки стоят и вспомнила об этом. О, впереди меня ждет грунтовая дорога. Кто-то домик себе построил. Эх, придется ехать по грунтовке. О, пожарная часть. Да, ребята, еще одно преимущество главное в Славянске на Кубани — это то, что здесь нет пробок. Я еду спокойно на велосипеде. Движение свободно. И тут даже пешеход, уважаемый участник движения. Дорожного движения. Незапланированная по маршруту школа номер 18. О, у нас зеленый свет. Ребят, ну я путешественница. Смотрите, где я езжу. О, мне сюда. Мы добрались до сада гиганта. Так. Thank you.
знаете, на какую закономерность я обратила внимание? На то, что памятник Ленина всегда находится рядом с церковью, с храмом. Это как будто ирония чья-то. Здесь находится музей. Я не понимаю, музей чего. И отсюда только что выехали мальчишки. Спасибо им, что они выехали, потому что я даже не подумала, что сюда можно заехать. Это схема сквера Прибрежный. Этот сквер называется Прибрежный. Почему-то он наполовину открыт. Если бы не мальчишки, я бы не подумала, что он открыт. С парками здесь вообще дефицита нет. Здесь парк на парке. И в центре фонтан. Интересный фонтан. Здесь, наверное, место для фотосессии брачующихся. Почему-то парк огражден. Здесь вот такая вот велосипедная дорожка. Здесь детская площадка, спортивная. Можно заниматься спортом. Стоянка для велосипедов. Круто. Теннисный корт, между прочим. Сейчас мы с вами заехали в Трудобеляковское сельское поселение, и я хочу вам показать школу номер 39. Напротив нее находится дом культуры. Сейчас мы проезжаем с вами большой авторынок, который находится на выезде из Славянска на Кубани. Здесь можно купить разные инструменты для автомобиля, а также автомобиль. Гуляем еще по саду Гиганту. Я, кстати, не знаю, почему он называется сад Гигант. Если вы знаете, пишите в комментариях. Хотела почитать, но не успела. Здесь столько разных птичек летает. Кстати, Леша только что удивился. Он много раз был Славянский на Кубани и говорит, ну, казалось бы, обычный город, ничем не выделяющийся. Я говорю, Леша, я когда смонтирую видео, ты просто удивишься. Мне очень понравился город. Я просто не в тех местах бывал. Леша просто сюда приезжает по своим делам, ему некогда здесь гулять по паркам. Он вообще даже не подозревал о том, что здесь их так много. Так что будет открытие еще и для Леши. Ладно, ребят, жду от вас комментариев. Если вы знаете про этот город плюсы и минусы, пишите. Я с удовольствием почитаю ваше мнение. Я думаю, что многие тоже с удовольствием почитают мнение местных жителей. Все, пока!